Нікого не залишити байдужим ще зранку дуже сподівався рідний колектив фіналіста шоу «Танцюють всі» Нікіти Єрьоміна. Южний фронт! Цілий день хлопці не припиняли тренуватися, адже дивувати суддів вони надумали складною постановкою. Мы пришли показать очень сложное шоу, аналогов которому нет вообще. То есть это очень сложное рисковое шоу, и мы решили рискнуть и сделать его. Та спостерігаючи за провалами колег, хлопці почали сумніватися, чи не погарячкували вони з експериментами. Остаточно друзі втратили спокій, коли лідер колективу Андрій травмувався просто під час репетиції. Пройшло ущемлення корешка. Нерва в поясничном отделе. Мы сделали два укола ему обезболивающих, противовоспалительных. С точки зрения медицины, здесь, конечно, следовало бы воздержаться от выступления. Такий вердикт лікарів шокував хлопців. Але Андрій вирішив, підвести друзів у таку відповідальну мить він просто не може. Ми бойці, будемо танцювати з травмами, нічого страшного. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. О, как вы улыбаетесь, сейчас я на вас посмотрю. Значит так, у нас очень напряженная ситуация с танцевальными коллективами в этом году. Потому что очень жесткие условия, потому что лучше и лучше хотим. Хотим, ничего не поделаешь. Поэтому, пожалуйста, не разочаруйте по-хорошему, хорошо. Прошу. Понятно? Да, хорошо. Вот сделайте все. На высшем уровне. Хорошо? Да, конечно. Окей. Давайте, ребята. Спасибо. А можно возьму? Волшебник хип-хопа, эквилибрист пупинга. Штаны надели там? Зачетные боксеры. Видите, как старались, в буквальном смысле, из штанов выпрыгивали? Ну, по-моему, не зря. За вами стоило ехать во Львов, за вами стоило ехать куда угодно. Потому что, ну, реально классное шоу, равнодушно не оставит никого. Мне нравится, что Никиты здесь было немного. Узнали Никиту, нет?
всего было вдоволь, от музыки тоже кайфовали. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам. Да, ребят, спасибо за яркое шоу. И яркое не только потому, что на вас такие сочные костюмы, а действительно вам удалось прокачать. Прокачали. Я представляю, что вы можете устроить, если пройдете дальше. Я вас верю, вы молодцы, получил удовольствие. Класс, диджей, йоу, спасибо отдельно. И боксеры тоже, еще раз говорю, крутые. Фишка. Игорь. Вы один из небагатьох коллективов, у кого есть свое шоу. Шоу відбулося. Спасибо диджею. Я кажу вам так. Я тоже скажу «да» и оставьте трюк со штанами. Это круто. Девчонкам нравится. Вы идете дальше. Большое спасибо. Спасибо. Хлопці радіють. Перший рівень нашого шоу їм підкорився. Отже, тепер друзям будь-що треба до наступного виступу поставити на ноги Андрія.